Анжела его убила! Посмотрите, Анжела уже там! Господи, Настя, беги! Она напала на нее! О, господи, только не это! Чё творим? Про меня зовут Царь Кионис! И просто сразу же переподписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою суприм-банду! Ведь, поди, ты же знаешь, Пёдриме суприм-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! И как вижу, про тебе не очень нравится быть под нами! Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самостоятельной банде на ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! И Supreme Panda, вы не поверите, но сегодня в 3 часа ночи мы будем смотреть проклятый эпизод «Говорящей Анжелы». Ведь ходит легенда, что если в это мистическое время посмотреть именно этот эпизод, то с нами произойдет что-то особо ужасное. Ведь все те, кто ранее смотрели этот фильм, попадали в больницу с огромными ранами, глубокими царапинами. И никто из них не мог сказать, что же с ними произошло, потому что из-за страха, который они пережили, не стали немыми на всю жизнь. И именно этот ужасный фильм мы сегодня будем смотреть. Не знаю, что такого должно произойти, чтобы на всю свою оставшуюся жизнь я перестал разговаривать, но сегодня мы это проверим. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 46 лайков. И тогда я позвоню одновременно говорящей Анжеле, говорящему Тому, чтобы узнать, как же они разговаривают между собой в реальной жизни. Так что будет скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь в инстаграме банда мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. И уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что поди давай, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем приступаем к просмотру этого проклятого эпизода. Погнали! Окей, Supreme Panda, надеюсь, вы готовы. На часах уже скоро будет 3 часа ночи. И мы начнем просмотр этого ужасного фильма. А тем временем давайте подготовим немного еды, чтобы нам было его не так сильно страшно смотреть. И вы просто не поверите, банда, что сегодня мы купили. Черные чипсы. Попкорн, который еще нужно приготовить, но так лень, банда. Разноцветный арахис, только непонятно зачем он. Какой-то красивый десерт, о котором мы совсем недавно узнали. И также, банда, очень много кофе, потому что ночь сегодня будет бессонной. Надеюсь, что со всем этим, банда, наш фильм не будет такой уж сильно страшный. Ну о каком страшном фильме может идти речь, когда у нас тут черные чипсы? Просто жесть, банда, посмотрите! Они реально черные, ты видишь это? Ого, прикольно! Это просто жесть! Мы еще никогда не видели таких чипс, банда, они реально очень необычные! Окей, теперь давайте высыпем этот арахис. Что ж, Supreme Panda, с этим мы точно не соскучимся, и наш просмотр будет уже не такой скучный. Что ж, банда, надеюсь, вы готовы, ведь на часах уже 3 часа ночи. И по легенде, именно в это время мы уже можем смотреть этот проклятый фильм. Давайте же начнем. Я так переживаю, банда, потому что не знаю, что от сегодняшнего дня ждать. Итак, у нас тут какой-то страшный дом. О, господи, он реально стрёмный. Уже видно, что мультик страшный. Проклятый кот говорит, кто-то идет. Это Анжела говорит. О, черт, увидите это! Это был говорящий Том, и он кричал. Посмотри, создатель фильма Darknet. Это такая жизнь, банда. Господи, заставка фильма. Там Том. Фильм называется «Проклятый кот 2». То есть это вторая часть. Есть и первая, которую мы еще не видели. Это просто жесть. Дамы и господа, мы скоро приземлимся. Говорит пилот этого самолета. О, черт. Кто куда летит? Это Анжела! О, господи, она куда-то летит, получается. А почему Том был в таком страшном доме? Ты видишь это? О, господи, там Том был мертвый на всех фотографиях. Что это значит? Черт возьми, банда, неужели Анжела его убила? Это такая жесть. Господи, что это? Таксист говорит. Итак, куда мы едем? О, черт. Анжела к хижине в лесу. Похоже, это Том живет в хижине. Радио, автомобили играют, стрёмная музыка. Таксист, дальше я не поеду. О, господи, даже таксист боится этого дома. Анжела собралась идти к Тому. О, черт. Что она смотрит? О, это их фотографии, посмотри. Жираф? У них разве есть говорящий жираф? О, Том дарит цветы Анжеле. Здесь он такой хороший, они веселятся. Анжела, если бы не тот демон во мне, ты бы со мной был. О, господи, посмотрите! Анжела, демон, вы видите это? О, черт, там кровь! Неужели это бывает дома? Это такая жесть, банда, посмотри! Он мертвый! Она его убила, банда, вы видите это? О, господи, у него в животе нож! Это такая жесть!
То есть раньше Анжела была одержима демоном. О, черт, Банд, это такая жесть. Вы изгнали его с меня. То есть тот демон, который был раньше в Анжеле, сейчас в Томе. Итак, это похоже на какие-то воспоминания. Она выбрасывает... Посмотри! Она убила Тома чемоданом! Это была ужасная идея выбрасывать чемодан из окна! И здесь она демон, ты видела? Да! Она просто бросила его умирать! Это такая жесть, Банда, вы видите это? Этот фильм реально очень стрёмный! Получается, что Анжела убийца! Она реально какой-то демон! Что это? Погоди! Мне звонит какой-то неизвестный номер, вы видите? Мне звонит какой-то неизвестный номер, он не подписан! Не знаю, стоит ли брать трубку! Да, бери! Окей, тогда на твой страх риск, потому что я очень переживаю! Алло? Алло, кто это? Зачем вы звоните мне в 3 часа ночи? Что вам от меня нужно? Господи, покажите свое лицо, ваш черный экран! Мы вас боимся, мы напуганы! Тебе не кажется странным, что нам кто-то звонит 3 часа ночи? Да, это очень странно! Но все же вдруг бы это была Анжела, только вдумайся! Господи, зачем тогда ей звонить нам? Не знаю, может что будет быть, потому что мы смотрим ее фильм, а вдруг кто-то просто ошибся номером? Да и не взять трубку мы не могли, потому что вдруг кого-то беда! Зачем тогда вообще закрывать экран? Да, это уже очень странно! Но все же мы должны были ответить, я очень переживаю, вдруг бы кто-то просто умирал сейчас, и мы бы не взяли трубку! Эй, кто это? Отзовитесь! Окей, я просто отключаюсь, Банда, это уже какой-то бред! Кто-то просто позвонил на 3 часа ночи! Тем не менее, давайте уже продолжим просмотр нашего фильма! Итак, Анжела уже куда-то приехала! Отлично, дом моего Тома! О, так все же это был дом Тома в начале. Надеюсь, что он там. Да, мы видели его, он все еще там. О, господи, будь аккуратнее, Анжела. Что еще за звуки? Ты слышишь, как какой-то кот кричит? Анжела, посмотри! Она его убила, вы видели это? У него в глазу был нож. Это такая жесть. Как же это все жутко. Окей, Анжела зашла в этот дом. И она зовет Тома. Господи, какой же ужас, Банда! Теперь я понимаю, почему этот фильм такой страшный, и почему его называют проклятым. Похоже, он реально влияет на разум людей. Анжела говорит, что это? О, черт, а что это? Какая-то картина или что? Кажется, этого портрета раньше не было здесь. Что это значит? Посмотри, Том! О, господи, вы видели, это Банда! Того экзорцизма не должно было быть. Посмотрите, они связаны. На их голове книги. Похоже, Банда, это сеанс экзорцизма и знания дьявола. И похоже, именно в этот момент он переселился в тело Тома. Это такая жесть. Где мой телефон? Она потеряла его, черт. Нашла, отлично, Банда, она все-таки смогла его найти. О, господи, запись телефона. Интересно, что она нам сейчас покажет. Господи, Банда, посмотрите. Это Том, вы видите это? Анжелу! О нет, она теряет сознание! Что это? Ты слышала что-то на балконе? Еще этого не хватало! Неужели кто-то пришел? Я клянусь, что я слышал что-то на балконе! Эй, кто там? Выходите! О, черт, мы вас не боимся! Погодите, я же закрывал это окно, я помню! Почему оно открыто? Что за бред? И эти двери, я их тоже закрывал! Господи, что происходит, Банда? Вроде бы никого нету! Такая жесть, что это было? Перед тем, как снимать это видео, я закрыл двери и окно. Почему они были открыты? Неужели кто-то влез в нашу квартиру? А что, если это была Анжела? Не знаю, я никого не видел на балконе. Только закрыл окно и сразу же ушел. Но все же, если вдруг это она, то нам нужно быть аккуратней. Я потому что... переживаю. О, черт, кто-то звонит снова в 3 часа ночи. И этот номер, Банда, посмотрите. Тот же самый, что звонил в прошлый раз, ты видишь? Да, вижу. Окей, я, наверное, возьму трубку. Да, бери. Черт. О, господи, это Анжела! Если мы ее поймаем, то сможем ее разрезать! Да говори ей что-то, чтобы она пришла к нам домой! Хорошая идея! Ну, привет, уродливая кошка! Уродливая кошка? Да, смотря на тебя, хочется блевать! Ты уродливая! Зачем же вы смотрели фильм про уродливую кошку? Из-за жалости? Ты очень страшная! Да, полностью поддерживаю Настю! Нет, я не уродливая, я самая красивая кошечка в мире. Ну, мы так не думаем. Да. Когда вы ответите за свои слова, я уже у вас за спиной, чтобы воткнуть свои крики в ваше сердце. Что за ерунду ты говоришь? В вашем доме. Что?
Что? Ты слышала это? О, черт! Неужели эта Анжела, она отключилась? Давай быстрее пойдем в третью комнату и схватим ее! Да, это хорошая идея! То есть, банда, получается, что эта Анжела влезла в наш дом через балкон, как раз во время просмотра ее фильма! Это такая жесть, мне просто в это не верится! Но все же что-то упало в третьей комнате, возможно, она здесь! Эй! Анжела, мы тебя не боимся, выходи! Вроде бы никого нету! Неужели она нас обманула, банда? Анжела, выходи! О, чёрт! Что случилось? Где ты, Настя? О, господи, отрывай её! Отрывай! Я помогу! Всё, давай! На! Пусти! О, господи! Ты как, Настя? О, господи, только не это! Что там, Серёж? Она тебе всё лицо расцарапала! Заходи! Не знаю, у тебя все лицо в ранах! Легенда была правдива, она реально опасная! Такая жесть, банда! Хорошо, что я успела спасти Настю! Потому что если бы я не успела, она бы просто ее убила! Но это просто какой-то ужас! Все лицо расцарапано! Настя, тебе нужно где-то спрятаться! А то иначе она захочет тебя добивать! А нам этого точно не нужно! А мне тем временем, банда, нужно срочно поймать Анжелу, пока она еще не убежала с моего дома! Но это реально очень ужасно выглядит! Мы должны были это предвидеть! Но все же, банда, быстрее идем за Анжелой! Прячься, Настя! Господи, куда же она могла деться? О, черт, Настя! Ты слышала? Что? О, господи, это просто жесть! Она сумасшедшая! Тебе нужно срочно прятаться! О, черт, Настя, иди прячься в третьей комнате, я поймаю ее! Да, хорошо! Отлично! Это просто жесть, банда, я не ждал, что она нападет на Настю! Тем не менее, я уверен, что смогу ее поймать! О, банда, и мне кажется, что я догадываюсь, где она! На всякий случай возьму нож, чтобы хотя бы немного себя обезопасить! Что ж, Анжела, ты готова? Я знаю, что ты где-то здесь! Мне кажется, банда, что она за этой шторкой! Черт! Тебе конец, Анжела, бежать некуда! На! О, господи, ее здесь нету! О, нет, стой! Только не это! Выпусти меня! О, господи, банда, неужели попался в ловушку Анжелы? Только не это! Отпусти меня! Господи, она очень сильная, банда, вы видите? Я не могу здесь остаться, где-то там на свободе, Настя! Она же может ее убить! Нужно взять и посмотреть все по скрытым камерам! Господи, банда, я пока что не вижу Настю! За этими дверьми сижу я, меня просто закрыла Анжела! В коридоре тоже никого нету. Я только одно не понимаю, куда так быстро сбежала сама Анжела. Окей, тем не менее, банда, продолжаем их искать. В квартире как будто максимально тихо, вроде бы даже никого нету. Но все же, куда делась Настя? В спальне ее тоже нету, где она? А черт, банда, она же в третьей комнате, быстрее идем туда. Вот она, посмотрите, она послушалась меня и прячется. Надеюсь, в шкафу с ней ничего не случится. Ах да, банда, мы так часто прячемся в этом шкафу, что я поставил туда скрытые камеры. Сейчас покажу вам. Смотрите, вот сидит Настя. Она даже не подозревает, что я ее сейчас вижу. Она просто сидит в телефоне. В нашем доме настоящий маньяк. Она просто сидит в телефоне. Вы видите это? Окей, на кухне вроде бы никого не видно. Посмотрите снизу. Анжела. Она реально ходит. Вы видите, что она делает, банда? О, черт. Она что-то ищет. Сигнал пропадает. Господи, что происходит? О, господи, банда, мне кажется, она ищет нож. Только не это, неужели она хочет убить Настю? Что с камерами? Куда она делась? Она исчезла, банда. Где она? Ее нигде не видно. Она как будто телепортируется. Вот она. Она идет в комнате Насти, вы видите, это банда! Только нет, она же может ее убить! Она открывает дверь и входит туда! О, господи, нужно как-то предупредить Настю! Как это сделать? Мне кажется, ли эта скрытая камера может включать свет? Я могу включить свет, чтобы она смогла сбежать! Возможно, она пугается и просто спешит! Я включаю свет, банда! О, черт! Посмотрите, Анжела уже там! Господи, Настя, беги! Она напала на нее! Только нет, она с ней выбегает! Черт возьми, она на тебе! Только не эту банду, же никак не могу ей помочь! О, она вырвалась! Убегай, Настя, ты сможешь! Черт, нет! Она его схватила! Только не эта банда! О, черт, нет, Настя, пожалуйста, ты сможешь выбраться! Вы видели, эта банда, Анжела очень сильная! Настя ничего не могла сделать против нее! Господи, она ее связала, только не это! А куда делась сама Анжела, ее нигде не видно! О, черт! Вот она, посмотрите! Она сломала камеру, банда!
О, черт, только не это! Окей, слава богу, что есть вторая камера. Она реально связывает Настю, вы видите это? Она расцарапала ей все лицо, а теперь ее связывает. Неужели она хочет ее убить? Только не это, банда, я очень переживаю за Настю. Она завязала ей рот, вы видите это? Это Анжела очень сильная. Только не это, черт. И я не знаю, что мне делать. Анжела меня просто закрыла в этой комнате. Я никак не могу выбраться. Возможно, даже придется взламывать двери. Настя связана и никак не может двигаться. И снова Анжела куда-то пропала. Где она? Я вроде бы ее нигде не вижу. Неужели она уже пошла ко мне? Только не это. Черт, нужно что-то придумать очень срочно. Ой, о, господи, вы видите? Вот она. Она сломала и эту камеру. Только не это, банда, это полный провал. Нужно срочно идти спасать Настю. Нужно срочно идти спасать Настю. Но я ничего не могу сделать. Ну же, Анжела, выпусти меня. Господи, это еще что? Посмотрите, это же номер Анжелы. Давайте быстрее возьмем трубку. О, господи, отпусти ее, иначе я убью тебя, Анжела! Я уже поцарапала ее лицо, а могу и вовсе изуродовать. Ты хочешь этого? Нет, не хочу, пожалуйста, отпусти ее, она ни в чем не виновата! Травмы на ее лице останутся на всю жизнь, признайте же меня красивой! Черт, я признаю тебя красивой, Анжела, только отпусти ее! Происходит? Мне ничего не слышно! О, господи, сигнал пропал! Она что-то говорила в конце, банда, но я ничего не понял! Нужно срочно идти спасать Настю, пока они еще в моей квартире! Я могу просто выломать эти двери! Надеюсь, что у меня все получится, но! Господи, получай! Сработала, банда, вы видите, я открыл их! Быстрее спасать Настю! О, господи, они где-то там! Ну же, быстрее! А где они? Настя? Анжела? Только не это, неужели я опоздал? Это полный провал, банда. Они куда-то сбежали вместе с Настей. Нужно срочно звонить одновременно говорящему Тому и говорящей Анжеле. И, возможно, Том сможет нам помочь, чтобы мы смогли спасти Настю. Так что, банда, все в ваших руках. 45 лайков, я звоню этим двум. А также провод комменты за прошлое видео. Просто из каких-нибудь шикарных идеальных комментарии. А брось, если ты хочешь попасть в следующее видео, еще можно опуститься ниже, нажать на колокольчик и все, протяжено видео. Лайкала какое-то видео, бандит. И помни одно, оставайся себя шикарным. Пока!